Добрый день, уважаемые зрители! Вы находитесь на канале «Двигатели Дуйнова». Сегодня мы расскажем вам о том, как съемочная группа проекта приняла участие в переговорах с нашими китайскими партнерами. Как вы уже знаете, нам удалось побывать в славном городе Вэйхай, встретиться с Виктором Арестовым, лично увидеть технику, которую создает Виктор, побывать на производстве двигателей, в офисе и инновационном центре. В предыдущих наших видеороликах все это было подробно продемонстрировано. Но давайте не забывать, что Виктор не раз упоминал о том, что одной из его основных задач является популяризация и развитие технологии совмещенных обмоток «Славянка» за рубежом. А это действительно очень сложная и многогранная задача. Помимо создания опытных экземпляров техники, запуска их в серию и дальнейшей продажи конечному потребителю, создания маркетингового материала, промо-роликов, статей и так далее, важной частью являются переговоры с партнерами, помогающими реализовывать все вышеперечисленное. В этом видео нам удалось поприсутствовать на переговорах самого что ни на есть высокого уровня. Переговоры состоялись с представителями правительства Китая, в частности города Вэйхай, непосредственно в инновационном центре. Стороны обсуждали дальнейшее использование технологии совмещенных обмоток «Славянка» и возможность создания производственной базы при участии правительства города Вэйхай. Так как на данном этапе информации об итогах переговоров является конфиденциальной, мы не можем раскрыть вам всех подробностей, но я уверяю вас, что сотрудничество с китайской стороной является важным шагом на пути реализации технологии «Славянка», открывая ей двери на мировой рынок. Поэтому и компания «Совелмаш», и ее партнер Виктор Арестов заинтересованы в том, чтобы сотрудничество состоялось и было взаимовыгодным. Впереди нас ждет очень много важных событий, новой информации, увлекательных сюжетов и захватывающих видео. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. С вами, как всегда, был Александр Сударев. До новых встреч!